Сегодня на ужин у нас будет, Славочка, что? У нас будет сегодня на ужин фирменное наше блюдо. Мы купили вот эти ребрышки, обжариваем свиные ребрышки, сильно обжариваем, чтобы они подрумянились с двух сторон. Потом погружаем картошку, заливаем кипяченой водой, чесночка в конце и соли в конце. Все. И готова похлебочка. Очень вкусная такая картошка со свининой. Пока у нас тут жарится все, пока папа готовит, колдует. У нас главный волшебник на кухне папа. Нет, ты я? Тоже колдуешь по очереди. Ну да. Мы по очереди колдуем. Девчонки наши играют. Девчонки. Они купают своих куколок. Купили себе игрушечную ванну. Ну что, вы пробовали своих куколок в холодную воду погружать? Нет. Давай попробуем? Да. Принеси воду с льдом. Хорошо, сейчас я лед принесу. Кстати, кто-нибудь хоть заметил то, что мы готовим на сковородке? Как говорится, готовим из подручных средств то, что есть. Вот, уже кое-что обжарилось. Ну да, у нас нету больших тут кастрюль, каких-то казанов. Не стали бы покупать, потому что это денег стоит, хорошая посуда денег стоит. Мы готовим вот эту сковородочку полную. В принципе, нам хватает на семью. Я лед вам принесла. Наконец-то! Подождите, пусть водичка остынет хорошенько. У меня не меняет цвет. Смотри, не меняет. Хорошо, теперь Полина. Полина, смотри. Обмакай прямо лицо. Мордочкой. Мордочкой. Тоже не меняет цвет. Тоже у нас не меняет цвет. Значит, ваши куколки не меняют цвет. Ага, там у нас написано. Смотри. Да у всех такое написано, Поль. Да написано-то, наверное, у всех одинаково. Да, конечно. У кого-то просто меняет цвет, а у кого-то нет. Да, у кого-то меняет цвет, а у кого-то нет. Мы замерзли. Слава достал манго. Думала, это картошка. Чтобы почистила тебе. Да. Где манго? Вот. Манго, я перепутал с картошкой, смотри. Похож? Так, на такую сковородочку, я думаю, три картошечки будет нормально. Катя одну уже почистила. Я почистил чеснок, позаготовил, залил уже воды. Я хочу маленечко покипятить, чтобы мясо от кости отходило легко. Буквально минут через 15-20 я закину картошку. Пока наши ребрышки потихонечку томятся, вся семья занята. Полина играет в зомби. Вероника читает. А Слава оформляет новое видео на YouTube. Да? Видео будет называться вот так. Результаты тестов за первый семестр. Водички мало, по-моему, вот. Да? Нормально, будет такая. Если хлебка небольшая. Крышки нет, наверное. Не погружена будет картошка. Ну вот, сейчас готовим до приготовления картошки. Ну да, пока картошка не сварится. Чеснок в конце. Колодец. Что? Колодец. Ну-ка покажи. Сядь за стол, Ника. Показывай, где. Вот колодец. Дед. Колодец, правильно. Сядь хорошо, дочь. Колодец. Упал. А я бы его. 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 Вытащил. Вытащил. А. Трезорка. Угу. Тут. Как. Тут.
Прошло 10 минут, и наша картошечка готова. Наша похлебочка. На соль попробуй, бульончик. Ой, я не могу. Горячая сильно для меня. На соль пробуем, ребята. Мне кажется, не соль. Прям чуть-чуть маленько соли не хватает. Да мне можно чуть-чуть. Сейчас тарелочка попробуй. Осторожно, большая дырочка. Ну, ты сказала, когда я уже это насыпал. Наша картошечка готова. Накладываем. Руки мыли? Ужин готов. Ждем, когда детенки помоют. Все, давайте. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Волосёшки поправлю, да, тебе опять? Людям всем понравилось, как я тебе волосёшки поправляю. Полюш, дайте тоже волосёшки поправлю. Ну-ка, давай, иди сюда, я тебе сказал. Вот так вот, быстро. Все, ешь давай. Ну, давайте, пробуйте картошечку. Вкусненько, нет? Палец вверх. Дети говорят коротко, палец вверх. Обожаю эту картошечку. Сюда не хватает еще укропа, да, Катя? Угу. Украсил бы. И вкус. Мясо как сварилось. Еще не пробовала. Маленько жестковато. Можем чуть побольше поварить. Хорошо. Мясо будет прямо отлетать. Но так как у нас дети хотят кушать сильно, готовку мы прекратили быстро очень. Ну, мы поторопились, конечно. Ну ничего, погрызут. Приятного аппетита. Аппетита. Еще. Аппетита. А сейчас десерт. Для десерта у нас выпечка. Правый. Я взяла такую фиолетовую на вкус, как тесто, пудра, виноградное повидло. Что, прям так вкусно? А в Китае есть такие? Нету. Вот потом нам пишут, что мы свиньи. Побольше. Слушайте, ну вкусно, у меня аж прям глаза закатываются от такой еды. Не, вот это реально круто вообще, вкусно. Очень вкусное такое кондитерское изделие. Дай маме потом попробовать. Ребят, хочу заобзорить очень известный тайский ром. Называется он Сэмсон. 40 градусов по запаху. Карамельный запах имеет ром. Очень приятно пахнет. Если будете в Таиланде, то обязательно покупайте его. Очень вкусно, я уже попробовал. Хочу именно сейчас вам еще продегустировать на камеру. Очень приятный вкус, такой какой-то карамельный, шоколадный, как будто бы похоже очень на ликер. Запах. Да, запах. Но крепкий. Ну все, пробуем тайский ром. Ваше здоровье. Очень приятно, 40 градусов вообще не чувствуется. Как будто что-то такое вкусненькое съел, сладенькое. Очень приятно пьется. На шоколадочку. И мы закусим, нет? И мы закусим это тайской оливочкой, маслины.